течение 2 дней специалисты в области жилищно-коммунального хозяйства, тепловых сетей, промышленности и программных решений обсудят около 20 тем, так или иначе связанных с главным вопросом конференции – как сократить расходы на коммунальные ресурсы. Ведь эта проблема актуальна для всех потребителей тепла, воды и электроснабжения. Не только для населения, но и для отелей, торговых центров, административных зданий и коммерческой недвижимости. Санаторно-курортный комплекс «Знания» является организатором проведения этого очень важного мероприятия. Он обеспечивает площадку для того, чтобы участники могли познакомиться с новыми технологиями, с новыми приборами и для того, чтобы могли использовать эти свои навыки и познания для работы в своих предприятиях, организациях. Сейчас реализуется программа ГИС ЖКХ. По принятому федеральному закону все организации, предоставляющие такие услуги, уже к 2017 году должны будут размещать онлайн информацию о потребленных ресурсах. Все необходимые счета станут доступными для конечных потребителей, то есть населения. И это вполне реально, ведь созданная в Сочи инфраструктура и системы уже сейчас позволяют автоматизировать сбор данных. Подробнее о программных решениях IBM на конференции расскажут представители крупнейшего разработчика и поставщика информационно-коммуникационных решений, услуг и сервисов, в том числе облачных. В общем, решение-то уже есть, и сейчас можно сделать, построить просто умный город, который позволит усиленно экономить на расходах по ресурсопотреблению, по управлению системами и, самое главное, сделать более счастливым конечного потребителя. Тогда, когда он сможет все это видеть. Но помимо программных решений, участники конференции также познакомятся с новейшими технологиями по теплоснабжению зданий, гидроизоляции и автономными системами электропитания. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.